У міській раді Дніпра заперечують пошкодження фундаменту садиби Дмитра Яворницького. Заступник міського голови Михайло Лисенко заявив, якби ремонтні роботи загрожували цілісності будівлі, їх би ніхто не дозволив проводити. На території біля садиби триває реконструкція, зокрема, демонтували старе тротуарне покриття. Точно така ж ідентична ситуація була в минулому році, коли начался ремонт по улице Ивана Акинфеева 5, 5-й детской больницы, когда там начали менять окна. Директор дома-музея тоже прибежал и говорит, вот вы меняете окна, у меня тоже рушится фасад. Просто складывается впечатление, что руководитель этого музея за счет всех организаций, которые проводят рядом какие-то ремонтные работы, думает восстановить этот дом-музей. Трещины пошли, может быть, трещины пошли когда-то, но в результате того, что разобрали дорожное покрытие, теперь мы увидели, кто там работал и какая работала техника, этого просто физически произойти не могло.